Привет, вы на канале «Дети звезд». Режиссер Егор Кончаловский долгое время скрывал от общественности маленького сына Тимура, который родился в 2017 году. Потом стал показывать фото в социальных сетях. И, наконец, на днях он впервые представил наследника на телевидении в передаче Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись». Присутствующие в студии пришли в восторг от обаятельного малыша и отметили, что взглядом, глазами и улыбкой Тимур очень похож на папу. Сын появился на свет, когда режиссеру было уже 51. В его втором браке с юристом Марией Леоновой. Новая избранница на 18 лет моложе Кончаловского. Они познакомились в суде, где Маша выступала со стороны защиты Егора. Счастливый папа поделился с публикой, что сын пока к творчеству интереса не проявляет, но обожает играть с большими строительными машинами. Во всех его детских играх с удовольствием принимает участие и Егор, в полной мере наслаждаясь поздним отцовством. Он говорит, что рядом с сыном становится беззаботным и молодым. Напомним, у Кончаловского от предыдущего брака есть 20-летняя дочь Мария. Его первая жена – актриса Любовь Толкалина. В 2017 году они объявили о расставании, хотя на самом деле не жили вместе уже 8 лет. Толкалина рассказала в одном из интервью, что развелись они с Егором, потому что были изначально разными людьми. Люба родом из простой рязанской семьи, Егор – потомок знаменитой династии. Общаясь с его известными родственниками, она всегда чувствовала дискомфорт, не могла поддержать беседу о Рембрандте и не разбиралась во французских винах. С годами разница в происхождении сказывалась все больше, это и привело к разрыву. А как вам кажется, похож ли маленький Тимур на своего знаменитого отца? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!